Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Lange Fishing. Рад видеть каждого из вас. И сегодня я снова выбрался на Атлантическую дорогу. Несколько раз мы уже были на этом месте. И сегодня в связи, наверное, с этим карантином, с коронавирусом, здесь куча народа, все отдыхают, все на природе, никто по магазинам не ходит, но все ловят рыбу. Так что нас здесь много, большая конкуренция, но нас это не смущает, будем ловить. Я с семьей, с друзьями тоже, в общем, мы здесь будем отдыхать, рыбачить. И вот она у меня в руках, одна интересная снасть, на которой я сегодня буду ловить. Так что подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашей дружной компании. Ну и давайте все по порядку. Значит, я вчера делал эту снасть дома, видео оставлю в описании, в подсказке будет, но быстренько расскажу. Это мотовила, на которой ловят норвежцы. Я сделал снасть длиной 11 метров с крючками через метр примерно. То есть я буду пролавливать 11 метров толщи воды. Вниз вместо пилькера я повешу грузило. С собой у меня грузов не было, поэтому вот что я сделал. Я взял, просто привязал камень, в зависимости от течения буду пробовать подбирать, но сейчас начну, вот я взвесил, полкило этот камень весит, вот с него я и начну. Ну, то есть снизу будет камень, а выше него 11 крючков, я сейчас это все размотаю дело, и на них я насажу куски рыбы, которые я взял с собой. Вот у меня целый пакет здесь, всякая рыба, куски, головы. Селедка в основном, но есть и другая. Еще буду ловить на вторую удочку свою. Ну, так просто, может быть, чтобы наживку поймать. Но главной целью будет тестирование вот этой вот снасти. Довольно сложно справляться с этой снастью, но вот таким способом я придумал, что я уже груз перевесил и по одному крючку нацепляю и свешиваю, свешиваю ниже и ниже. То есть вот у меня уже там груз и два крючка наживленных. Ну все, все крючки в бою. Вот уже даже первый уже в воде. Так. Вот такая вот снасть. То есть вот они прямо с кусками рыбы, и сверху вот у меня здесь мотовила. Все, мотовила разматываю, 500 грамм камень. Вот, все, снасть, смотрите, на дне, даже часть снасти я вижу, здесь, видимо, не очень глубоко, если что, потом придется меняться. Менять место ловли чуть-чуть, чтобы было поглубже. Вот там за спиной мой, как это, главный идейный вдохновитель рыбалки, мой друг, с которым у нас лодка, с которым мы рыбачим. Не так часто он в кадр попадает, но вот, чтобы вы знали, вот он, сегодня мы вместе ловим. Серый кардинал. Серый кардинал, да, и сегодня он ловит на, ну, морскую удочку со всякими подвесками, ну, а я, как сказал, пытаюсь опробовать свою новую снасть. Вторую удочку, чтобы скоротать время, пока там не клюет, вот подвешу вот такие вот перышки и... Ну, пилькер, грамм 60, сейчас посмотрю. И просто побросаю в заброс, попробуем половить наживку или что-нибудь другое. Встанем, наверное. Это твоя территория, да? Ну да, мое рабочее место, да? Ну все, вот вторая удочка у меня вот такая вот. С подвесками и с маленьким пилькерочком. Половим наживку. Сегодня хочу сказать, что рыбаков больше, чем здесь рыбы. Хотя я смотрю, что люди
люди ловят, но пока все не крупное. Но рыбаков больше, чем рыбы сегодня. Серега, пока ты ходил, мы сколько рыбы здесь поймали? Мне кажется, что там упирается. Такое ощущение. Взглянем. Было, конечно, на мотовило наматывать, но ладно. Может, конечно, и нет. Просто усилился. Так, я не понял. Но она не упирается. Наверное, все-таки до дна дошла. Или как? Или рыба, или мы опять зацепились. Но здесь так много бывает. Слушай, ну что-то она... Нет, вот отцепилась, да? Слушай, я даже не понял. Мне почему-то показалось, что это не зацеп. Потому что сейчас такие были рывки, а потом... Эх, ладно. Это рыба. Ладно, ладно. А я ловлю, опять ловлю, 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 ловлю. Так, вот раз, сделаем. Ну все, по моему лицу, наверное, видно, что я грустный. Солнце клонит к закату. Мы уже чуть-чуть подмерзли, наши уже собираются, говорят, что надо идти. Мы, конечно, хорошо нагулялись, хорошо подышали свежим воздухом. Но рыбы не поймали. И ну, ни я, ни Саша, ни тут люди тоже стояли. Практически никто ничего не поймал. Было у нескольких людей, ну такие там просто с палец наживочный вариант, но так ничего не было. Снасть было сложно сегодня контролировать. Очень сильное течение, просто безумно сильное. Я подвесил там груз 1,3 кг, и его все равно там течением подымало. Но рыбалка есть рыбалка. Бывает и в Норвегии, что не поймаешь рыбу на рыбалке. В общем, спасибо, что смотрели это видео. Ну и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!